Алло. Да, я в парке стою. А ты где? Да, я тоже в парке. А, вон, я тебя вижу. Чего ты так долго? Домашку утром дописывала. По географии? Угу. Ладно, пойдем тогда в школу. Что там, тебе эти не звонили? Ты про Соню и Кирилла? Ну а про кого же еще? Про них, конечно же. Нет, никто не звонил и не писал. Понятно. Кстати, а что ты без курточки? Тебе не холодно? Не, не холодно. Она в рюкзаке лежит, потом надену. Ой, ну не знаю, а мне сегодня что-то прохладно. Да подожди, распогодится. Вон солнце выйдет, и все будет ок. Надеюсь. Подожди. Блин, мы опаздываем. Побежали. Смотри, какие люди. Ты про этих предателей? Ну а про кого же еще? Давай постоим здесь, пусть пройдут. Они что, за нами следят? Не исключено. Они же любят этим заниматься. Такие прям подружки стоят. Перестань. Мы же теперь знаем, что ни одна из них дружить не умеет. Да, ты прав. Давай их пропустим. Не хочу ближе, чем на метр к ним подходить. Я только за. И чё они не идут? Долго нам здесь еще стоять? Не знаю, но скорее всего хотят извиниться. На смелости не хватает. Думаешь? Уверена. Пусть даже не пытаются. Мне их извинения не нужны. Полностью поддерживаю. Пусть теперь со своей Миланой дружат. Именно. Они что, забыли дорогу в класс? А что им там делать? Мы же с тобой здесь. Ну да, и то такое. Небось сейчас на ходу придумывают план, как с нами помириться. 100%. Они просто не понимают, что уже поздно извиняться. Короче, мне надоело. Заходим. Я больше не могу здесь стоять. Идем в класс. А где остальные? Ты о чем? Ну, где Соня, Кирилл? А, ты об этом? Понятно. Эй, может, вы все-таки ответите? Последний раз мы видели их в коридоре. А что они там делают? Мы откуда знаем? Пойди и спроси. Да, нам это не очень интересно. В смысле? Они же ваши друзья. Были когда-то. Да, так что теперь мы не в курсе, где они, что они и с кем они. Подождите, вы что, поссорились? Скажем так, мы просто перестали общаться. Ого, а чё? Потому что они нас обманули. Ничего не пойму, вы же вроде бы не так давно... Слушай, вот честно, мы не хотим про них разговаривать. Если тебе так интересно, иди к ним и узнавай. Тю, окей, так и сделаю. Думаешь, чего вдруг его так заинтересовала эта тема? Без понятия. Он же паренек с причудами. Кто знает, что у него там в голове? Это да. Надеюсь, у Сони с Киреем хватит ума не настраивать Тимофея против нас. Я тоже на это надеюсь. Представь, если они сейчас все вместе будут дружить. Типа Соня, Кирилл, Тимофей и Милана? Угу. Ну, скорее всего, так и будет. Ладно, посмотрим. Блин, я же тебе хотела один прикол показать. Ну и где они? В коридоре никого нету.
Привет. Ну, наконец-то, привет. А что ты здесь делаешь? Меня больше интересует, что значит твое «наконец-то». Так я это, вас жду. Нас? Зачем? Да я там в классе встретил Машу и Ксюшу. А, все понятно. Можешь не продолжать. Почему? Потому что мы сейчас не хотим слышать эти имена. И вы туда же? Чего вы поссорились? А они тебе что, не рассказали? Нет, сказали у вас спросить. Ну, если коротко, они нас обвинили в предательстве, а мы их обвинили в неумении дружить. Угу. Вот такие дела. А ты как поживаешь? Ну ничего себе, прям в предательстве? Да, все верно, тебе не послышалось. Именно в нем. А можете как-то подробнее рассказать? Да что тут рассказывать? Кто-то сфотал нас с Миланой, они это увидели и понеслась. А кто такая Милана? О, я смотрю, ты вообще не в теме. Милана это новенькая, учится в параллельном классе. А почему она им не нравится? Маша и Ксюша спроси, я не знаю. Да ладно, не может такого быть. Серьезно тебе говорю, мы не в курсе. Да уж, вот это вы даете. Поссориться не пойми из-за чего. Ну как-то так, обидно, но что поделаешь. Короче, давайте закроем эту тему. Го к уроку готовиться. Ребят, вы идите, я вас догоню. Окей. Да что ж такое? Слушай, а у меня тут такой трэш. Помнишь, я тебе рассказывала про ребят из параллельного класса? Так вот, мне все-таки удалось их поссорить, представляешь? Ничего-ничего, пусть знают, что со мной все-таки плохи. Да перестань, они никогда не догадаются, что я это сделала специально. Вот это поворот. Что? А, хорошо, попозже созвонимся. Капец, ничего себе подстава. Нужно срочно рассказать всем ребятам. У меня аллергия началась на предателей. Ребят, у меня для вас есть срочная новость. Вы будете в шоке. Что за новость? Я тут подслушал разговор одной девочки. Вообще-то, это неприлично. Угу, согласна. Да слушайте, это интересно, она про вас говорила. В смысле? Про то, как вы легко купились на ее розыгрыш. Что за бред, какой еще розыгрыш? И что за девчонка, мы ее знаем? Ага, вы мне с Соней о ней рассказывали. Там, в коридоре. Ты про Милану, что ли? Не знаю, блондинка, невысокого роста. Продолжай. В общем, она с кем-то по телефону обсуждала ваши ссоры. И что здесь такого? Она сказала, что это ее рук дело. Это как понимать? Ну, типа, что она специально вас поссорила. Тимофей, ты точно ничего не путаешь? Блин, да за кого вы меня держите? Я это все слышал. Ну, мало ли, может, ты не так понял. Короче, хотите верьте, хотите нет. Ваше право. А что она еще говорила? Какая разница, я же не так все понял. Да ладно тебе, мы же всего-навсего уточняем. Зачем уточнять? Лучше идите и посмотрите на ее довольное лицо. Довольное лицо, говоришь? Ребят, мы должны как можно скорее это исправить. Я только за. Я тоже. Девочки, я с вами. О, ребята, привет. Водички? Нет, водичка нас не интересует. А что тогда? Что вы здесь делаете? Мы пришли к тебе. Зачем? Мы все знаем. Вы о чем сейчас? Мы знаем, что это ты нас поссорила. И сделала это специально. Ребят, да вы что? Я же не специально. Ты что делаешь? А вы что думали? Я у вас прощения просить буду.